Здравствуйте, добрый вечер и добро пожаловать в Казань на Татнефть-арену, где продался сегодняшним матчем между казанским Акбарсом и Витязем. Были на ваших экранах. Виталий Попов против Кирилла Семенова. Казанцы выигрывают это вбрасывание. Будет противостоять Витязю, которого пока можно отнести, безусловно, к категории аутсайдеров этого чемпионата. Пока на кондиции прошлого года команда не вышла. Но смотрите, какое начало. И Виталий Попов, 25-й номер, центральный нападающий первого звена, открывает счет в этой встрече. Очень неожиданное начало. Очень резво начали гости. Джереми Рой пытался выбросить шайбу из зоны. Сделать этого не получилось. Лямкин бросок. Низом бросал защитник казанского клуба. И Шикин в действии. Что позволяет команде сразу же начинать реализовывать большинство. Бросок Галиева. Не получается этот бросок у Станислава. Мимо летит шайба. Подставление от Котелевского было на чужом пятаке. И вновь Дмитрий активно действует. Рефери поднимает руку вверх. Еще одно удаление будет. Ну и классную смену выдало сейчас четвертое звено казанского клуба. Здесь Никита Дыняк и Игорь Головков о чем-то дискутируют. За воротами потом выкатывается бороться на пятаке Кагарлицкий. Все прикрыто. И вот проходит эта передача на Яшкина. И кто у нас король пятака? Ну, конечно же, Дмитрий, который отвоевал себе пространство там вблизи ворот Шикина. И дождался передачи. Игорь Головков едет на скамейку. Его удаление привело к тому, что казанцы счет сравняли. Сафонов. Вновь Сафонов шайбой продавливает защитника. Валенцов это был. Ну и тут получилось еще и на скорости врезаться в Шикина. И посмотрим, что там происходит сейчас. Вот повтор момента. Здесь очень активно действовал Сафонов. Ну, а что касается Витязя, то, конечно же, давайте посмотрим этот бросок. 87-й номер, Владислав Цицура. Обычно Галиев пытается зацепиться за эту шайбу. Семенов, будет ли бросок? Да! Кистевым броском сейчас Кирилл Семенов. Последняя смена в исполнении обеих команд. Хороший бросок. И здесь Белялову пришлось потрудиться. Юдин, собственно, и делает это. Дыняк, Котелевский. Смотрите, как заканчивается эта атака. Ну что ж, Акбарс за 5 секунд до первого перерыва в этом матче выходит вперед. И Дмитрий Котелевский забрасывает второй матч подряд. А Никита Дыняк многое сделал до первого перерыва. Ну что ж, для Витязя все очень хорошо начиналось в первые 20 минутки, а вот заканчивается не очень. Нет, для нас каждая игра важна. Мы играем свою игру, оттачиваем с каждой сменой, пытаемся быть лучше, исправляем наши ошибки, которые у нас были в начале сезона. Потихонечку оттачиваем свое оборонительное и атакующее мастерство. Непростой маршрут. Здесь будет соперник не только Акбарс, но следом еще и Нижегородская торпеда, которая как раз от Акбарса Акбарса уступила в предыдущем. А вот и счет становится 3-1. И Дмитрий Яшкин. Передача партнера и подправление на пятаке. В общем-то, рецепт успеха для Яшкина предельно прост. Конечно, задача предельно измотать сначала обороняющихся Витязя. Ну а потом нанести вот этот бросок. Дело до него доходит. Уже на входе в зону встречают очень плотно хоккеистов Витязя хозяева. Каким-то образом развить атаку очень сложно. Рой заряжал. Но вот хороший момент, хороший бросок. Белялов реагирует. Еще раз шайба там на пятаке. Добавить шайбу в ворота.
Иван Савчик. И все-таки, смотрите, шайба оказывается в воротах. Счет становится 3-2. Витязь так же, как и Акбарс, реализует большинство. Кирилл Семенов едет на скамейку, а нам показывают Ярового вдоль по борту. Там Яшкин длинными руками первым добирается до шайбы, находит передачу, и отличный сейф от Шикина сейчас выскочил, но там... Да, прибавили в агрессии, наверное, чуть в скорости, в столкновениях. Команда «Акбарс» начала удаление, ну, удаляться много, и вот получилось забить. Я думаю, также продолжим играть, и все нормально будет. Два нападающих, которые сейчас обороняются, активную оборону предпринимают у «Акбарса». Вот какой момент сейчас. Иван Савчик даже выжидал, да, получается, этот бросок. Пешная здесь его опекает Бусыгин. И в итоге шайбу гостям удалось отобрать. Но атака продолжается. Яшкин оставляет Радулову. Какой момент. Рой. Кара. Ну да, конечно, нужно бросать. Нужно бросать из любой ситуации. Сейчас какие-то там витязи. Нужно прибавлять гостям, чтобы что-то изменить в этом матче. Еще один момент. И счет становится... Счет становится 3-3. И как раз Илья Аркалов, человек, который очень неудачно упал на лед пару смен назад. И счет становится 3-3. Вот это да. Итак, минута остается на реализацию. Шипачев теперь с другого фланга. Хорошая передача на бросок Яшкина. Своевременный бросок от Дмитрия. Радулов. Что придумают казанцы? Нет, отсюда очень сложно бросать, но все-таки бросают. Активно поддерживает сейчас Татнефть-арена свою команду. Лямкин потерял шайбу, и вот он момент для Витязя, и шайба в воротах! Но это что-то невероятное. Дерек Барак делает счет 4-3, и Витязь выходит вперед за 3 минуты и 40 секунд до конца основного времени. И у нас ждет просто потрясающая концовка теперь. Кагарлицкий. Ничего не остается, как вбрасывать шайбу в зону. Шикин ее останавливает. Нужно возвращаться в ворот. Нет. Смотрите, как хладнокровно Шикин действует в этом эпизоде. Еще один бросок. И все-таки Казань сравнивает счет в этом матче. Дмитрий Яшкин оформляет хет-трик. И откуда забивает Яшкин? Правильно. Вновь с пятака. 4-4 в поединке Акбарса и Витязя. Сейчас очень важно для команды, для на старте выездного турне. Ну и вот первый из них. У нас Витязь устремляется в атаку 2-1, но другое решение, другое продолжение выбрал Рой. И остановка игры сдвинут ворота. Шипачев выходит вместе с Яшкиным. Пытается что-то придумать. Будет ли покер? Нет. Будет шайба Вадима Шипачева. И сейчас становится 5-4. 5-4. Победа казанского клуба. Поздравляем Шипачева с этой победной шайбой. Поздравляем Казань с победой. Ну и очередные очки в регулярном чемпионате набирает Вадим. Но на самом деле нам тренер в раздевалке пришел, сказал, да, что так нельзя играть. Видимо, опять не поняли мы. Я думаю, нам сейчас еще раз скажут, что так нельзя играть. Хорошо, отскреблись в конце, выиграли 2 очка. Есть 2 очка.